директора музея и сотрудников музея к своим профессиональным обязанностям, оно заставляет нас восхищаться им, восхищаться их преданностью, восхищаться их трепетом и волнительным отношением к сохранению истории. Вся эта их деятельность, сохранение истории и рассказы о подлинных событиях истории нашим гражданам, которые являются посетителями музея, в наше время приобретает особо важное значение. Когда есть попытки переписать историю, когда есть попытки исказить историю. Поэтому благодарим наш уважаемый коллектив Ялтинского историко-литературного музея за преданность профессии. Благодарим наших замечательных партнеров Почту Крыма за такую чудесную возможность рассказать о музее всему миру и музею процветания. Спасибо большое.